Здравствуйте, сегодня с вами я, Анюта Сметанчик. Простите, что давно меня не видели, не слышали, не было моих видео на блоге. Но сегодня, наконец-таки, у меня выходной. Я работаю с Россией, с вами Россией, выдаю вам кредиты, между прочим. Любите меня и ненавидьте. Сегодня я вам покажу мастер-класс, как надо просто залезть на сухое бревно. А потом страшную зайти речку-вонючку, где есть ужи, наверное, и есть еще водоросли, противные. Я еще хочу прыгнуть ради вас, и подписчики у меня... Меня снимают! У меня подписчиков почти там 300 с чем-то, я уже вчера заходила, смотрела. Поэтому ради вас я покажу мастер-класс, как нужно прыгнуть из этой хрени. Итак, я залажу. Мои сидят уже смеяться где-то. А тут уже кто-то лазит, видишь, уже ноги. Мне не ноги. Лиза, Лиза, мама, мама. Что-то было тебе дать золотые кольца. А вдруг она сейчас как того? Я спайдермен. 50 кг держит? Жируха, давай. Может, проще, вот это мышцы. Это все в пузе мышцы. Это, как Андрей говорит, мышечная масса. Я не могу, я реально сделаю. Ну, ради подписчиков ты должна это сделать. Да иди ты в баню. Это мастер-класс. Если я умру, а это же у меня голова намочится, я потом буду некрасивой. Аня, это мастер-класс, ты обязана это сделать просто. Лиза, у тебя реально все только... А вообще, о моем здоровье ты даже не беспокоишь. Я могу сказать, что застраховать тебя, но давай. Тебе только ради всего видео. А я тебя вообще не беспокою. Вообще никак. Мама! Да, сейчас залезь. Да иди ты в баню, я не могу лезть. У меня ноги короткие. Вернее, руки. Ты не так делаешь. А как надо было делать? Ты сейчас ляпнешься пузом. Вот реально, я сейчас как... Потому что мы лазим на корточке. А какие корточки? Лиза, ты не хочешь проверить, что тут вообще происходит? Я могу, конечно. Тебе нужно, наверное, туда прыгать, а не вот здесь. Тебе нужно встать и прыгнуть хотя бы с корточек, не так пузом. Сейчас рожа ляпнешься. Фу-фу, я боюсь. Мам, мам. Подожди, ой-ой-ой-ой-ой. Два раз? Нашел раз, два, три. Да видишь, там за глубина. Там нормально. Да, Лиза, как не раз не на колени упадешь. Мамочка, люби меня. Как будто... Та-та-та-та... Мама! О, вдруг сейчас змеи, если я соберусь, я буду с меня ржать. Блин, я просто не понимаю, какая здесь глубина. Я смогу ногу себе сломать, правильно? Ничего страшного. Блин, это же вообще хрень. Ради подписчиков можно. Блин, ты не можешь... Я корреспондент, зеленые тапки. Я хорошо. Я буду прыгать. Подожди, ну я сначала должна обратно залезть, я же должна тебя снять в полном объеме. Лиза, вдруг не глубоко, блядь, я реально... Тогда это будет хит, реально. Мама, я сту. Я реально боюсь, я сейчас умру. Идиотка. Ты просто хотела, чтобы ты дошла до вот этой воды? Дело в том, что это онлайн-трансляция. А? Это онлайн-трансляция. Онлайн. 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 Давай. Я хотела, чтобы ты дошла до этого водоросли. Я там поняла, там уже, у меня вот сейчас уже вот так вот было. А вдруг там резко идет потом? Там нет, там сразу идет резкий обрыв. Так что? Нет, сука, я сюда, реально второй этаж. Для подписчиков делаешь? Блядь, для каких нахер подписчиков? Для 300 штук. Мне уже похер, для кого делать. А, давай. Это как прыгнуть с моста, как ты там мечтала прыгнуть с моста, помнишь? Блин, меня не так на стену уже джабы уже южу. Пизда ебаная, просто пизда. Я сту и не вообще это не сделаю. Посыпь в воду. Сейчас я прыгну, мастер-класс и сразу посыпаю. Блин, а вдруг я кольца потеряю? У меня два единственных кольца, которые мне подарили два отца. Мои два кольца, два отца подарили. Так что, прыгаешь? Раз, два, три. Нет. Давай уже.
Тебе понравится, отвечай, тебе понравится. Реально понравится? Нет. Отвечай, понравится. Нет, там дальше плохо. Мы будем тут заходить. Быстрее. А вдруг там глубоко? Быстрее. Нет, там все прыгают. Только туда дальше. Да. Только не туда, а чуть-чуть. Только головой не прыгай. Ногами и вот туда, ну так. А как туда зайти? Нет, ну оттолкнись чуть-чуть, просто дай немножко. Вот еще шаг сделай. Оттолкнись, да, в ту сторону. Не, вот вверху ветка возьмите. Встанешь? А, два люди ждут. Да я не достану. Ты только с той стороны, наверное. Если сама не прыгнешь, сейчас я тебя скину. Значит, вот так вот. Ну, я точно не умру, да? Да ну, прыгают все нормально. Полмасти, что ничего все. Сегодня прыгают. Ну, просто немножко вперед и назад. Нет, тебе нельзя прыгать. Голова чистая. Раз, два, три. Ой, ну это тут близко. Это близко. Не, ну ей нормально. Я сделала так круто. Мне понравилось, вообще супер. Нет, тебе нельзя прыгать. Ну потому что мы только голову помыли, Маша. Я думала, тебе тоже понравится. Я не хочу купаться даже, Аня. Блин, только плохо, что голова намочилась.